Ну, попросили люди с другого храма: «Батюшка, где можно купить колокола, как вот вы как бы на колокольне звоните?» Вот я стал в интернете искать, ага, Москва, там на заводе там льют, там. Потом смотрю, в Ярославле. И я, у них такая реклама хорошая, то есть я, они показывают колокола, показывают, как они их делают, показывают звон, слушал этот звон. Вот, и мне очень понравилось, и как-то с ними связался, заказал для другого храма, я колокола заказывал. Ну и так мы с ними познакомились, они говорят: «А можно мы к вам приедем туда-сюда?» Они как раз по Мариуполь не ставили, Донецке ставили колокола, поняли? Угу. Вот, ну вообще Ярославль, эти ребята, Андрей и его, ну, сотрудники очень такие хорошие люди, качественно верующие, самое главное. Вот они на причастие, на исповедь к нам приходили. Мы приехали, познакомились, заказали им колокола, вот они нам вылили из 12 колоколов. Там есть композиция 12, 16, там есть там 10, 9 разные. Mm-hmm. Вот, ну, хорошо, конечно, не те, что у нас были колокола. И вот у нас сейчас колокольня теперь богатая. Mm-hmm. Вот, как можно механически выключать, можно и самим звонить, как бы, вот, ну, такая.